Потому что мужчины априори, они полигамы, им надо постоянно кого-то, постоянно разных, понимаешь? Но есть мужчины, почему они находят любовниц и с любовницами несчастливы? Я вам скажу, потому что дома проживает бензопила, которая ты не успел зайти в порог, она его уже 100 раз обнюхала, 100 раз с кармана обшмонала, телефон уже взяла, он еще, блядь, туфли не снял, она уже ему выебала весь мозг. Конечно, он будет себе искать на стороне лучше, чтобы там его поцеловали, обняли, дали ласку и заботу. А вот эта домашняя женщина потом сидит и еще возмущается. А почему ты мне изменяешь? А потому что ты дура, понимаешь? С годами лучше не становится. С годами все хуже и хуже. Поэтому, девочки, прекращайте мужикам ебать мозги. Вот так корону одеваем, и вы королевы. И от вас никто не будет гулять, понимаете? А если вы будете мозги ебать, он будет ебать чужих баб. Лучше вас.